красивая снежная зима, но у красивой снежной зимы есть один минус. Выглядит он вот так вот. Эту процедуру в этом году я еще не проводил. Ну что ж, самое время. Что становится тише, ведь снег уже поглощает звуки, и вроде бы выходишь на привычную улицу, ожидаешь привычный уровень шума, а его нету, реально тише. В этом есть какая-то своя магия. Еще очень классно на самом деле, что у нас то снег, то слякоть, ведь успеваешь отвыкнуть от того, как же красиво все-таки, когда снежно, и когда снег опять появляется, вновь это то самое настроение, когда все кажется таким классным. Что касается праздников, у меня, если честно, двоякое ощущение, потому что все это время были какие-то дела, я то полуработал, то полуотдыхал, и в итоге не сказать, что нормально поработал, но точно и полноценно не отдохнул. Но тем не менее, я все равно скоро пойду на отдых, поэтому я не отчаиваюсь, все будет хорошо. Я надеюсь, все все-таки смогли зарядиться за эти дни. Классно встретить праздники. Завтра первый. Друзья, внимание! Внизу под роликом есть ссылка на инстаграм-магазин качественной и недорогой женской одежды. Магазин Оля-ля. Доставка по всей Украине, оплата при получении. Заходите, подписывайтесь, покупайте.